Всем привет! С вами опять Волкин Айслейтыч, и это третья часть наших приключений в Майнсруфте. И мы будем продолжать застраиваться, херачить и так далее. Не тряси своей башкой тут передо мной. Всем привет! Он тут летает, он летает, вот смотри. Что за... Ты слышал? Да, что за хуйня? Не знаю, звук самолета падающего был. А ты что-то видел? Нет. Видел Эндермена только где-то далеко. Он поставил моды какие-то, что ли, на сервер, тихаря? Не знаю. А, ты я громкий, да? Нет. А, сейчас будешь громкий. И я по просьбе наших подписчиков там в комментариях просили сделать интерфейс побольше, чтобы было видно. Хотя я не знаю, нахрена это нужно, но... Так, ну значит, во-первых, мне нужно мясо. А, и серия должна быть немножко почетче, чем остальные. Давай я, короче... Ты все равно комнату уже застроил? Сейчас уже ночь, куда ты пойдешь? Нет. Ты все равно комнату уже сделал? Ни хрена не сделал. Где я сделал комнату? Ну ты хотя бы ее отшил, у меня даже нет вообще никакой этой. А я, кстати, поспать хотел, сохраниться. Чего ты хотел? Не для тебя просьба. Спасибо, что сбил. Просьба. Какая? Пока я комнату делаю, сходи за мясом и за шерстью мне. Ну, в смысле, ночью вообще. Нету ни мяса, ни шерсти. Ну, когда сходи. Будет день, схожу. Да иди ты. Ладно. Что? Что за... Хасёп! А, вон Хасёп. Там... Так он меня бьет. Прикольно. Старый добрый Хасёп. Очень прикольно, просто замечательно. Я, стену сломал, и там Хасёп на меня. Так прикольно. Хасёп, в Хасёпе сила, брат. Блин! Там, по-моему, еще один Хасёп, судя по звукам. Закрой дверь, Хасёп сейчас придет. Фух. Только не ломать, ладно, ничего. То я ж тебя знаю. Ты ж у нас экстремальный экстремал. О, Хасёп. Что? Откуда их столько? Смотри, сколько Хасёпов, быстрей! Мужик, у меня хп нет! Мужик! Хасёпленд! Ай! Чёрт! А что делать? Я теперь не могу даже блок сломать. Я тебя спас. Меня... Смотри, вот что за бред? Какого хрена ты тут блоки ломаешь, у меня вопрос. Какого хрена ты тут блоки ломаешь? Да это я проверял. Ты посмотри, откуда они... И испортил весь фэн-шуй. Вот он проверил, теперь тут одни блоки. Какой фэн-шуй? Ну, мужик, да они появляются прямо. Не плачь, все будет хорошо. Не хочу! Я с тобой хочу жить. Ну, вот что за... Херня. Ясно, короче. Сломал Майнкрафт. Может, ты это сделал, придурок? Что из каждого блока вылупляется Хасёп? Ну а чё? А как чё это? Нормально, по-твоему? Ну да. Просто вот. Ночь, наверное. Да! Но вы, тогда вообще ничего, ночью ничего не делать не идет? Конечно. Да это ты этот сделал, окорочок нам. Думаешь? Да. Наверное. Ну что за пипец? Может, это все-таки типа новый Майнкрафт? Ну вот я не знаю, напиши там в комментариях. Ну то мы так и будем их выносить последние ближайшие серии. Просто тут пещера рядом, вполне может быть, что это из-за этого. А, вот это не я испортил. Вот это что? Вот это. Я здесь не трогал. Я когда прошел мимо, тут хотел по три появилось вместо 5 камней. Ну видишь, какая фигня. Все, вот червинь. Вот верим еще потом. Много. Не противно очень. I love you. I love you. А, сейчас буду. Ну так вот, Булкин только что отвалился от скайпа и упал прямо навзничь на пол на свой. И поэтому мы с вами будем пока одни. Вот. Но это опасное дело. Хрена себе. Пойти забрать дерево побольше, а то что-то уже как-то оно кончилось.
как-то быстренько. Ага. Но им там норм. Бара-бара-бара. Ну зачем ты напоминаешь такие военные песни? Бери-бери-бери. Бара-бара-бара-бари. Я знаешь, что подумал? Ой, нафига я его расширяю? Ой, как я большой. Что ты подумал? Ай. Опять, если сейчас опять предложение во время съемки, то пока. Что предложение? Ну, красивые предложения там. Обстоятельства, обстоятельственные. Определенно личные предложения бывают, произносишь. Да? Вот, их лучше не употреблять, это опасно. Ну это бывает, да, но я думаю, что надо все-таки как-то. У тебя там фонит немножко шум прибоя. Я не знаю. Не в Владивостоке. Ну тут не в Владивостоке, а вот Зарубин сейчас. Я предлагаю сделать окошко между. Я вовремя сломал кирку. Я тоже сказал, она мне прям попала в расхерачку. Наши комнаты не должны соединяться, там должен быть промежуток из блоков. Если что. Ну вот нет, ты мне скажи, докуда мне? До середины, по мере от креста. О! А что будет в кресте? Красавчик, ничего не будет в кресте. Просто там должно быть центр. Я не знаю, сколько это, ну-ка. Ну пока. Ой, это уже дерево идет. Отлично, 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 отлично. Неплохо, неплохо, неплохо. Совсем неплохо. Ой, чей-то факел сломал. Ой, это крест? Ам. Сейчас скажи, я хочу окно в этом месте с твоим комнатой. Пока. Портят весь фэншуй опять. Блин. Да экстремал ты, вот ты кто. Нет, хуй. Дурак. Ночной прибой, ночной прибой, но где же ты, роднулька мой? Идиот, я думал, хотел бы пришел. Илья завелся. Да. Было похоже на, как бы сказал Миша Табуреткин, на прямоточный усилитель 15-го узелка. Поменяли с тобой. Факелы я тут взял. Мы с тобой пошлем на вокзал. На вокзале сидим. Вот видите, как он фонит? Вот микрофон у него дешевый, потому что он их меняет на перчатки. Не, он не дешевый. Не работает. Он не дешевый. Он просто. Он тракторист, да. Миш тракторист. Слушай. Лучший? Да, лучший. Ну вот, а я ему говорю, короче, типа, где твои деньги-то? Знаешь, что он сказал? Типа, я тебе ни хрена не должен. Пипец, он охренел уже в конец. Я не знаю, да, так разговаривать. Я ему говорю, типа, так я суд подам и все. Он говорит, типа, нет, типа, нифига. Пипец, а деревяшки есть? Че, синхроняшки? Девки есть. Девок нет. Девок нет, ума не надо. Я забрал дерево. Все. Вспоминаю Азов. У тебя немножко не этот, не колдальнично. Не колдальнично? Ну да, не нравится мне твой запах. Я тварь. Попросил тебя вести себя адекватно, точнее ты меня попросил вести меня адекватно себя. Меня. Так я, подожди, стоп, ребят, если вы хотите считать сейчас то, что я себя веду неадекватно, то есть если, вот понимаете, то, что невозможно просто петь, когда у тебя голос севший, я не знаю, просто я себя веду адекватно, у меня волосы не причесаны, я как бы не заправлял кровать, поэтому я думаю, что... У нас адекватный Майнкрафт, очень даже веселый, без мата, без матюков и сисек. Сказал, ты, конечно, классно. Согласен. Можно записать в аннотации. Вот пиши, стоит надо. Вот. Да все хорошо. Мародер, тут мародерки бегают эти. Что? Ё-моё! Их тут... Они... Ломается блок сам по себе, и просто они... Чё за насёпье хосёпство? Да. Так и называем серию нашествия хосёпов. Вот. Потому что это просто невозможно терпеть уже становится. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, покончен бой, беру портвейн, иду домой. Опять начал фонить.
Сдача огонь, а нам с тобою повезло на зло. Где-то в далеком царстве нету мародеров, там только сенаторы сидят. Где-то в далеком царстве нету мародеров, только сенаторы там сидят. Где-то в далеком царстве. Сними микрофон себе, пожалуйста. Ребят, кто считает, что у меня хороший микрофон, пойдите вверх. Кто-то не считает, можете не сказать. Я не... Сейчас сказал это голосом, типа, кто-то считает, что у меня хороший микрофон. Чё-то я сейчас тупанул, так вот, знаешь, прижарил кого-то как будто. У тебя тоже такое бывало? У меня как всегда длинная какая-то херня получилась. Не выходи к моей комнате, пожалуйста. Ты уже твой ник уже напротив моей стены. У тебя сейчас комната будет в 2 раза длиннее моей, хотя она уже сейчас, наверное, в 2 раза длиннее моей. Не умеешь ты строить нормально адекватные вещи. Щещи. Естественные вещи, но естественные вещи. У меня просто свой стиль. Блин, я их оставил в себя, в себя, в себя. Это было очень по фэншую, конечно, просто гениально. Я же сказал. Если я не буду ставить вот окно. Ты меня сейчас загородил решеткой своей исторической. Кто учит химию, палец вниз. Нет, стоп, что мне нужно? Что? Не надо, все учат химию, кроме меня. Можешь убрать шум прибоя в свой микрофон? Да и нет у меня шума! Йо! Шумаё! А вы знаете то, что я родился в Лыбе? Ты идёшь, что ли? Откуда она вывалилась? Сверху дерева вот взялась собака. В смысле, вот. Собака Хасёпа. Кстати, клюёшь клёво? У нас какой-то, вот знаете, скучный Майнкрафт без энтузиазма и всякого такого творчества. Мне даже не хочется говорить о моем недоразвитом состоянии моего костного мозга, но так как я до сих пор еще чувствую своего ямпеля у себя в штанах, поэтому я думаю, то, что Илья будет не против, если я застеклю свое окошко и подам бабиному кошку. Вот. И тем временем мы продолжаем вести себя как люди настоящего возраста. В принципе, мне нравится это. Ты как на это реагируешь? Хуево. Ой, мы ж не материмся. Вы этого не слышали, я постараюсь запикать. Я забуду, когда это будет, но это не важно. Кто считает, что Илья палец вниз, палец вверх? Можешь, пожалуйста, не жестить? Я хочу записать адекватный летсплейчик, как первый сезон. Подождите, вот все, кто понимает то, что они знают, ну, то, что вот они понимают то, что я могу как бы быть, ну, самим собой, лучше как песни про American Boy. Но то, что если бы я сейчас жестил, уж тебе ли не знать, что бы сейчас было? Ну, просто сейчас возьму эту серию, не выложу, но это не важно. Что он сделает? Ничего. А все, подари мне. Их там, знаешь, уже сколько? У меня, кстати, день рождения скоро. Какое счастье. Скиньтесь мне на премиум Battlefield, пожалуйста. Я очень вас люблю, да. Спасибо. Мне батлу подарят, прикинь. Какое счастье. Дорого? Глупо. У меня уютненькая комната, кстати, вышла. Чего, тебя убьют? Уютная комната у меня вышла. Ну, а серия заканчивается буквально через минуту, так что... Забываю. Я советую всем не забывать про то, что вы можете писать лучшие цитаты из серии в комментариях, которые так, пойдут в конец. Так, вторую серию ты не вставил ее. Потому что мы это обсудим после того, как я выключу запись. Вот. И не забывайте подписываться к нам на наш канал. Замечательный такой, уютненький. Ставить большие зеленые пальцы вверх, а серые вообще выключить там как-нибудь. Вот. И не забывайте вступать в группу ВКонтакте, которая написана в описании, там, как всегда. И также не забывать про конкурс на Call of Duty Battlefield Ops 2, который там у нас есть на канале. Видео об акции, там на лучшей фрагмове. Там вы найдете всю информацию. И также в группе у нас все написано. Так да. Что тем, кто хочет на халяву выиграть Call of Duty Battlefield Ops 2, советую участвовать в конкурсе. Очень интересный конкурс, там, да,
будем лично оценивать, мы судейская комиссия, да, и победитель выиграет Call of Duty Black Ops 2. Да. А это была серия Minecraft номер 3, довольно... Подожди, выйди напоследок домой. Ну. Время кончилось. Чё? Смотри,